Нет, у лета есть свои преимущества. Это абсолютно точно. Но посмотри, какие все голые. И я тоже голый. И я тоже молодой. Да, хуже будет, когда я вот таким вот летним деньком буду идти дряхлым стариканом, у которого есть деньги, но нету тела. Известная старая история. Ну что, можно было здесь перейти? Блин, я еще заметил, что всегда, как не пойдешь, все время идешь одной и той же дорогой. Надо, конечно, уже куда-то в другой город переместиться. Видимо, Москва уже вдоль и поперек, но и схожена. Нет, нифига. Нифига. Здесь полно мест, которых я никогда не был, которые я не заметил. Знаешь, все-таки у меня есть определенная саморефлексия и определенные элементы работы над собой. И знаешь, когда ты вдруг перед тобой предстает то, что ты видел множество раз и не замечал, это неплохое ощущение. Ну, допустим, вот я нашел дом, где жил Винявский, допустим, там табличка висит, много раз я проходил мимо. Винявский — это легендарный скрипач 19 века. Ну, много такого. Это не только касается табличек, а вообще касается всего. Да. Ну что же. Это что такое? А, это все театр. Что дальше? Естественно. Не, ну почему? Майцы дурью тоже можно. Тоже можно взять за основу канала, что майцы дурью. На самом деле нет. На самом деле я сам не могу иначе. У меня все подчиняется структуре. Ух ты, новая секвоя. Мама родная. Только не говорите мне, что она без рамы. Но я не могу сказать, что я в таком восторге. Опять вот этот пластмассовый хром сбоку. Прям видно, что это пластмасс. Опять пластмассовый нос. Ты знаешь, вот именно скалится, а не страшно. Какая-то она ниже, по-моему, предыдущей секвой. Не, вот оптимальная секвой — это вот... Да, кстати, видишь, некий ресторан какой-то узбекский. Можно сюда зайти и попытаться закадрить владельца на интервью. Да, это будет здесь сложно сделать. Представляю, какой здесь пафосный мафиози. Я такой приду на интервью, он сразу скажет: хрен тебе, чё ты пришел? Ладно, начнем с ногтевых студий. В общем, маникюр называется «Ногтевая студия». Их 3500 в Москве. И мне нужна маникюрщица, которая будет склонна ко всяким размышлениям. И склонна и умеющая болтать. С ней я и запишу интервью на тему маникюра. И у меня будет на канал большой приток. Вот сюда я еще ни разу не заходил. Вот тебе, пожалуйста. Вот еще один новый американец. И тоже я считаю, что это худший вариант из всей серии. Ну ты посмотри, опять пластмасс. Не знаю, как-то мне это не очень, мягко скажем. Ну вот могу тебе похвастаться тем, что в этом переулке я сейчас впервые. Абсолютно никогда сюда не заходил. Может, там какие-то ворота закрыты, я не знаю. Оптимальная погода, кстати, такая калифорнийская. Очень припекает солнце и дует прохладой. Очень даже ничего.